Так, сейчас мы забавным ходом пойдем. Значит, чтобы эту картиночку прикольно сделать, здесь много такой ряби мазков, да? Вот эту рябь мазков мы и создадим. Мы возьмем нарядный цвет. Чуть-чуть, ты видишь, я воспользовался разбавителем. То есть маканием чуть-чуть можно разжижать. Взял бирюзу, взял белила, взял желтила. И вот такими мазочками, утаптывая лежачей кистью, вот так вот, утаптывая суховатый холст. То есть, видишь, все начали иначе. У тебя будет совсем другая схема. Вот таким ритмичным. То есть ритмичным, что они несутся все в одну сторону, потом они несутся в другую сторону. Вот такой ритмикой мазочечков, лежачей кистью к холсту, начинаешь создавать все. И ты видишь, я пытаюсь рисовать сразу все. Не одну какую-то часть картины, центр и много-много мелких мазочечков. Много-много мелких. Вот так, вот так, вот так. Потом будешь прибавлять синюшечку. И ее тоже, да, и ее тоже. Потом будешь прибавлять цветнушечку. И тоже будешь. И у нас везде чуть-чуть помигивать будет белый холст. Желательно, чтобы белый холст везде, как некий каркас, чуть-чуть сохранялся. Хорошо? То есть вот такое мозаичное, знаешь, как мозаика, а между ними следочки цементика. Вот такое настроение посоздавать. В том числе и доминку, и прочее, прочее. Давай. Лежачкой кисти, лежачечкой. Вот это вот, вот это. Пусть оно даже сейчас не так сладко ложится, как, но оно ложится более импрессионистично. Хорошо? Супер. Знаете, вот я нашла фотографию этого, но просто А именно стихина не будет здесь работать? Немножко. Потому что на стихина мне больше нравится работать. Ну, там, короче, все. Ну, похожая ситуация, очень похожая ситуация. Ну, к сожалению, да, здесь по стихинам особенно не попишешь. То есть, если мы пишем именно эту задачу... Не, а можно не это, что писать? Ты понимаешь, здесь нужно вот эта заритмованность мазочков нужна. И именно кисть этот ритм задаст. А мастихин любит густой краской бомбить, но без этих ритмов не будет этой красоты. Без этих ритмиков не будет этой красоты. Ты понимаешь, ритм. Нам постоянно нужно набивать сюда ритм. Если бы ты высказала бы сразу свое желание мастихином, а так я бы тебя предостерег от этой работы, потому что здесь мастихину негде развернуться. То есть, или менять полностью язык письма. Но тогда я должен тебе что-то показать, а что я тебе покажу, когда у нас все наоборот. Понимаешь, мы тогда должны видеть задачу, совместно видеть задачу, которую мы делаем. Здесь мы бы друг друга бы просто не понимали. Повыше чуть-чуть это добро. Смотри. Середины коснулось, то есть повыше. Здание несколько сиреневизны подбросить. Солнечный день, тени сиреневят, синят. В данном случае дом теплого цвета, поэтому сиреневят. Наполнить несколько сиреневизной. Смотри, он сразу стал более солнечный день, да? То есть вот, хоть это место и не освещено, но день-то солнечный, поэтому... Так, тоже может быть чуть-чуть повыше. Он прям прижат. Он прямо прижат кверху. Прижать его. Эту же сиреневизну, синий, розовый, чуть-чуть увидеть и здесь в тенях. Особенно синьку, голубинку. Импрессионизм, а тут солнечный день, поэтому импрессионизм очень уместен, любит синенький цвет. Хорошо? И
еще вот здесь как-нибудь. Вот эта часть как-то нет. Тоже чуть повыше. Вот в таких местах мы можем с тобой задействовать мастихи. То есть лежачую плоскость нарочито показать, да? Прям показать лежачую плоскость. Вот эти вот лежачки, подсекающие торчачки, можно вполне будет снабдить мастихиновой укладкой. Хорошо? Еще мастихиновой укладкой можно будет снабдить вот эти места. Дома. Дома. То есть, и мы сразу получаем идею плоскости, штукатуренности. Да? Вот она. Плоскости, штукатуренности. Ну вот тебе и мастихин чуть-чуть. В большей степени мастихин может пригодиться в таких местах. Щевяк краски, да? Но кисть не забывай, потому что именно кисть будет создавать эти ритмы, очень местные для этой картины, красивые местные. Вот здесь дорожку можешь тоже снабдить мастихиновой укладкой. Обязательно лежачий характер плоскости показываем. Хорошо? Бери эти самые желтые себе поднадаешь, там всюду валяются желтенькие. Давай так. Давай стол. Я пойду кисть поищу. Да, хорошо. К сожалению, ты ушла от идеи мазочков. И вместо красивенького ритма это каша. Ну и что же теперь делать? Зачем ты уничтожила красивый мазочек? Так, все хорошо, двигалось. Вовремя останавливаться я не могу. Нет, ты просто изменила конституцию. Ты взялась за мастихин. Это же мастихином ты уже участвовала, нет? Нет, это вы кистью. Здесь хорошо. Ты прям меня не нужно вернуть идею мелкой ряби мазочков вот в этом направлении. В тех направлениях, в которых он понатыкал их. Здесь красиво то, что эти так торчат, эти так торчат. А так каша. Зеленая на весь формат каши. Здесь тоже из мазочечков слепить что-то, из мазочечков. Тогда оно будет красиво. Из мелких. Вот здесь светло же. Давай, наполняй. Вот этот характер нимба у зелени. Посмотри, какой нимб. А у тебя нету нимба. Смотри, сколько тут нимбов. Понашвырять. Лежачая, обязательно лежачая кисть, холсту. Чуть грязнее зеленый будет вот там.
здесь какая-то елочка, дать ее. Вот архитектуркой бы ты лучше так занялась бы, как ты ну, прикольно, молодец, нормально здесь. Но тоже нужно мазочки и такого характера. Ритм. Здесь всюду все заритмовано. Нельзя будет без него. Стайкообразно, смотрите, стайкообразно. Вообще не шахматный порядок, не шахматный. Немножко они выстраиваются таким стволиком. Именно так, что без внятного ритма здесь будет просто зеленая каша. А так оно появляется как живопись. Очень внятно отделить свет от тени. Прямо обрисованно отделить, как там и отделено. Правда? Вот они. Прямо отделено. А носки такие же здесь вот, или свет вот они, широкие вот они, делают? Да, вот они. Давай. Кстати, появилось вот это, да, сразу? Ну, она заиграла. Если что, и меньшую кисть возьми. Сейчас, спасибо. Вот для этих вот всяких мелочевочек раз. Для вот этих мелочевочек два. Хорошо? Давай.